Тебя. Но мы говорим, что Ты достоин, и Тебе вся слава, Тебе вся честь, не человеком, а Тебе. Мы Тобой живем, для Тебя поем, лишь Ты достоин, лишь Ты достоин, только Ты достоин славы, Ты достоин славы всей. Аллилуйя! Ты достоин славы всей. Для Тебя поем, лишь Ты достоин. Может быть, ты думаешь, что вот есть какие-то трудности, как я могу за них благодарить? Но в жизни Божьих людей всегда были трудности, и они попадали и в тюрьмы, и в какие-то сложные обстоятельства, но Бог это делал для того, чтобы прославить Свое имя, чтобы вывести тебя на новый уровень. И, может быть, ты сейчас думаешь, мне не за что благодарить Бога. Но Бог говорит, за все благодарите. Поэтому я предлагаю поблагодарить за трудности, которые ты прошел или ты проходишь, за какие-то жизненные ситуации, болезни. Может быть, они были и неприятные. Но Бог говорит, за все благодарите, ибо такова воля Божья. И мы, Господь, благодарим Тебя, что Ты ведешь нас за собой, и что, как мы пели, что Ты с нами и в трудностях, и в пустыне, и в радости, и в горе Ты всегда с нами, Ты всегда держишь нас в своих руках. И когда мы проходим что-то, когда мы впадаем в различные искушения, Ты, Бог верный, помогаешь нам это преодолеть и идти дальше за Тобой. Идти за Тобою и быть еще сильнее в Тебе. Спасибо Тебе, Бог. Мы доверяем свою жизнь в Твои руки, и мы за все Тебя благодарим и славим. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы славим, славим Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, за Твою благодать, которая обновляется каждое утро. И Бог подарил Тебе жизнь. И жизнь — это так ценна. Он отдал Своего Сына, чтобы Ты не погиб, но чтобы Ты жил вечно. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту вечную жизнь, за эту радость во Христе Иисусе. Аллилуйя! Давайте воздадим Богу хвалу шумную! Аллилуйя! Аминь! Да, за детей помолимся, за наших благословенных.